В Киеве демонстранты не расходятся. Тысячи активистов, взявшись за руки, выстроили живую цепь, которая символизирует единство Украины и Европейского Союза. А на другой площади проходит альтернативный митинг. Организовала его правящая партия регионов. По словам очевидцев, там собралось свыше 10 тысяч человек. Большинство из которых специальными автобусами привезли из областей страны. Они выступают под лозунгом «Строим Европу в Украине».